Стоп, Мате. Счет у вас какой, Саша? 1-0. Так. Так, легли на живот. Паши 10 отжиманий. Оставьте мячики в покое, 10 отжиманий. Сашка, ты рыбка. Пацаны, только не делайте очень быстро, потому что я понимаю, что вы очень быстрые, но когда проверяешь, вы двух раз не можете сделать. Оставьте мячи в покое. Так. Пресс. Пошли. Уну, дой, три, патру, чинч, шаса, шапта, опт, ну, зече. Так, приседания, зече. Пошли. Уну, дой, трей, патру, чинч, шасы, шапте, опт, ноу, зече. Хорошо, шею качаем. Пошли 10 раз. Уну, дой, трей, патру, чинч, шасы, шапте, опт, ноу. Зече, фокус, нормально, авто. Так, встали. Вторая игра. Приготовились, у всех 0-0. Чемпионат мира. Хаджиме. Как же мне отформатировать? Мате, легли на живот, легли на живот, положили мячик, легли на живот, 10 с хлопками делаю, пошли, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Пресс. Складывание делаем. Это значит, вы поднимаете руки и ноги одновременно. Сус. Вот как Миша. Посмотрите. Вот так. Пошли. Уну. Дой. Трей. Патро.
Пошли. Не надо мне на колени становиться, лысину делать. Борцовский мозг. Значит так. Переворот, забегание. Переворот, забегание. Пошли. Три вправо, три влево. Переворот, забегание. Техника безопасности. В какую сторону надо? Техника безопасности. В какую сторону ногами надо падать? В какую сторону бруски делать? Встали в стойку, заправили, одели пояса. Еще раз, у кого будет пояс развязан, будет ходить без пояса, без кимоно буду наказывать. Как можно быть дзюдоистом и не ходить в кимоно? Это родная одежда. Одно дело, она мокрая вся, это другой разговор, а у вас она сухая. Это все равно, что ты на плавании сказал, ой, мне неудобно плавки, снял и стал ходить без плавок. Да, Саша? Так, приготовились к приседанию. Пошли, здесь чего? Пошли, уно, дой, трей, патру, чинч, шаса, шатка, оп, ноу, здесь. Тебе в два раза меньше вообще. Так, приготовили, взяли мячи. Третья игра, олимпийские игры. Хаджио. Ну, Макс, ну, Бадь, ну, заходишь. Ну, ты был, Галина, Макс. Ты под руки, Макс. Ну, заходишь. Можно? Можно? Молодец. Хорошо, Матэ.
Так, пресс у нас легли. Значит, еще раз. Делаем так. Отсюда встаем и достаем руками татами. Ложимся, ноги поднимаются, достают сзади татами. То есть сначала то руками татами, то ногами татами. Вот сюда, пошли, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, Саня, разогревался? Нет. 9, 10. Хорошо. Старик. Так, становимся. Вон туда. Мячики оставьте. Куда встали? Оставь. Оставь его, не трогай. Куда ушли? Так. В лесу были? Да. Зайцев видели. Вперед, прыгаем сюда ко мне, как зайцы. Хорошо. Но зайцы так не прыгают. Назад. Назад, все туда. Я вижу, что прыгает буга, Михаил. Но я не вижу, чтобы заяц прыгал. Значит, ручки здесь делать. Аджи. Саня, давай, прыгай, блядь. Прыгай хорошо, блядь. Ушли обратно. Бог любит троицу. А сейчас, как Саша, как рыбка прыгает. Ну, что, Саня? Ой, рыбка еще на самом. Смотри. Это не рыбка, блядь. Это... Ноги назад. Ноги вместе должны быть. Готовы? Аджи. Хорошо. Так. Этот, Саша. Николай, возьмите мат, поставьте его туда. Футбол. Вы играете в нее. Какой футбол? Так. Ставьте вот сюда. Вот сюда, да. Нет, нет, нет. Сюда еще. Сюда. Еще, еще, еще. Ближе. Вот так. Да, все. Значит, внимание сюда, сели на колени. Ничего, не надо. Ты делаешь, другой отвлекается, и получается что-то. Вот. Не надо. На... Меня это волнует, можешь ты или нет. Но все делать вовремя. Если хочешь кушать, ты идешь на кухню и кушаешь. Ты же не идешь в туалет. Значит так, то же самое. Мяч забивать не ближе. Вернее, не дальше. Вот есть три мата. Раз, два, три. Можно только отсюда забивать. Там вы должны мотаться. То есть вы не имеете права забивать отсюда. То есть шоу. Вот. Объясняю почему. Вы играете не очень хорошо. Поэтому все ваши мячи будут лететь наверх. Раз. А раз они летят наверх, по стенкам, ну, значит, стенки тогда портятся. Все, встали. Пошли. Один на один. Каждый сам с собой. Так, я потом покажу, кто с кем, вас разобью по-другому. Аджина, играем в футбол. Мотаемся и забиваем. Стоп, стоп. Рыбка не падает, только на ногах. Пошли. Еще ставим. Ой, крышка. Каска попадает. Так, стоп, уберите этот мяч, вон тот возьмите. Убери мяч этот.
Вон мяч. Вот он, блин, будет спорить стоять здесь. Мы ему, Санчик, я тебя прошу, играйте там, вон там играй. Конечно, считаю. Два даже два. Стоп! Заправь, майку, заправь. Да. Ну убери это сами туда. Заткни ее туда. Будьте аккуратны. Не считается, не считается. Три мата должно быть. Вот когда остается три. А вот и встречать надо там, а не здесь. Там надо встречать ее. Стоп, иди сюда. Иди сюда. А он не хочет выйти. А ты где оттуда? Еще раз. Раз, два, три. Оттуда бьешь, не отсюда. Вперед. Правильно, а как что делать? Что он должен делать? В туалет или что? Спасибо, мы там. Да играй ты, что ты споришь? Забей на один мяч. Забил мяч, что ты выигрываешь? Последний, кто забил, тот и выигрывает. Вот. Ты сейчас выигрываешь. Вот пусть он отыгрывается. Куда ты ушел? Вот здесь встречаю. Мат, бегишь. Возьми, стоп, Миша. Возьми эту штуку и закрой. Миша, возьми вот эту и туда. Вот возьми отсюда, вот отсюда, Миша. Поролон. Засунь туда и поставь. Подальше. Ну и майку поставь туда. Чтобы не вылетало. Сейчас сюда. На три. Скоро будет. Наступи на него. Вверх наступи. Сели сюда. Сейчас падаю. Сели.